Где взять последние, самые новые обои для Windows 11, которые постоянно, регулярно выходят, там абсолютно новые и в стиле Windows 11? Это сайт forwallpapers.com, ссылка будет в описании, специально обои для Windows 11. Соответственно, как вы видите, их здесь постоянно добавляют, они постоянно обновляются, список обновляется, они улучшаются. Значит, друзья, для того, чтобы скачать, заходим сюда, выбираем, ну, скажем, у меня десктоп, выбираю десктоп, дальше выбираю разрешение, у меня 2560 на 1440 или Quad HD, ну и сохраняю в отдельную папочку обои, еще новее, допустим, да, обои, ну давайте обои новые. После чего, друзья, можете в Windows 11, ну сейчас сохраним несколько, в Windows 11 сделать так, чтобы ваши обои загружались, значит, из папки, которую вы укажете. Естественно, я рекомендую самые последние обои скачивать и устанавливать, и выглядят они, в общем-то, очень неплохо и красиво и так далее. Значит, давайте сейчас скачаем еще одни обои. И, соответственно, друзья, дальше что необходимо будет сделать? Нажимаем правой кнопкой, значит, параметры экрана, а после чего, значит, выбираем, да, все, простите, я ошибся, правой кнопкой и персонализация, естественно. Вот, после чего фон выбираем, ну и после чего, значит, выбираем здесь вот не просто фото, да, а выбираем слайд-шоу, после чего нам предлагают выбрать папку. Вот у меня папка «Новые обои Windows 11». Ну, давайте выберем все-таки те, которые я только что загрузил при вас. И вот они, новые обои в Windows 11, для Windows 11. Выбираем и вот наслаждаемся сразу же в реальном времени. Следующая картинка. И вот так вот выглядят новые обои для Windows 11. Скачивайте, устанавливайте. Я уверен, что вам обязательно какие-то понравятся. Ссылка будет в описании. Ну, вам я говорю всего доброго. Всем пока. До свидания.